Здравствуйте, мы на канале Виноград и сад на даче, с вами Владимир Исаенко. И вот на этой неделе, буквально в понедельник, к одному из видеороликов поступил такой комментарий. Автор пишет комментарий: я в августе подготовил несколько ям для посадки винограда. Хочу его посадить этой осенью. Ямы выкопал размером 80 на 80 на 85 сантиметров, так как описано в литературе, показано в видео. Заправил их перегноем, минеральными удобрениями. Но вот смущает такая ситуация. Вот. Ямы выкопаны в грунте. Одна выкопана в грунте из глины, а остальные — песок с камнями. И вот такой вопрос. Это года 2-3 эти кусты будут расти, корни упрутся в стенки ямы, там, где нет питательных веществ, куда я их не закладывал. Вот. Во-первых, выйдут они за пределы ямы или нет, и во-вторых, как его потом кормить. Ну, что касается, выйдут или не выйдут за пределы ямы, которая из глины или из песка с всякими камнями, то понятно, что корни выйдут за пределы ямы. Это если разве что в камне выдолбать такую нишу, вот, то тогда корень упрется в камень, конечно, дальше не пойдет. Или края забетонировать. А так корни за пределы ямы выйдут, пойдут и в глину, пойдут и в песок. Насколько хватит тех удобрений, которые вы заложили в яме, конечно, неизвестно. Я не провидец и сказать не могу. Но по литературе пишут, что если куст развивается нормально, если он развивается нормально, то где-то на 5-6 лет. Но если очень интенсивно идет развитие, ну, может, года на 3. Вот. Потом, естественно, необходимо подкармливать. Как необходимо подкармливать? Ну вот, сначала я покажу. Вот это куст винограда сорта Кадрианка. Ему он посажен был в 1991 году. Яма его заканчивается вот здесь. Вот здесь вот это плиты дорожки. То яма заканчивается еще до дорожки. Когда я его садил, то, конечно, тогда были заложены удобрения, как и положено. Перегной, органика, минеральные удобрения. Вот какие грунты. Ну, здесь сантиметров 50, наверное, чернозем, а дальше тоже идет и такая глина там, и жерства такая. Вот вышли ли корни вот этого куста винограда за пределы ямы? Конечно, вышли. И как вы думаете, насколько далеко они вышли, эти корни? Вы себе не поверите. Вот это галахат, куст винограда галахат. Я его садил 4 года назад. И вот здесь, когда я копал яму, я обрубил три корня. Три корня толщиной порядка 2 сантиметров, которые шли от вот этого куста. Они дальше там заканчиваются, пошли вглубь. Вот так распространяются корни винограда. И это не только в этого. Раскопки возле других кустов тоже показали, что корень занимает площадь, определенную площадь. Вот. И кормить, то есть вносить удобрения под корень, вот, в корневые подкормки, надо не только в пределах ямы. Ну, туда в яму, что вы, это самое, ну, можно раскопать там лунку, сделать глубиной там, я знаю, до корней, сантиметров 20-30. Вот, что-то туда, конечно, разболтать, внести. А так надо подкармливать по всей вот этой площади, которая между кустами винограда, та, которую занимает ваш куст винограда. Каким образом это делается? Ну, на промышленных виноградниках там это приоривают плугом. Разбрасывают сначала удобрения, а потом плуг идет и переворачивает. Здесь вы тоже можете сделать лопатой.
разбросали сначала удобрения, ноги такие делают. Если органику, то лучше всего делать это осенью. Вот уже когда начинается там листопад, где-то в конце сентября, в октябре месяце. Вот, разбрасываете вы органику, добавляете туда фосфорное удобрение, суперфосфат, калийное удобрение. И все хорошо перекапываете, чтобы ваши эти удобрения попали именно на глубину штыка. Ну, еще лучше, я как делал, вот в этом году у меня нету в планах подкармливал, я делал это 2 года назад. Я снимаю на штык верхний слой, ну, какой-то участок. Разбрасываю тут удобрения. Потом тут лопаткой аккуратненько перекапываю, чтобы они легли именно на корни. Ну, а потом ту землю возвращаю назад. Ну, и вот так постепенно проходится весь вот этот период, вся эта площадь, где могут быть корни винограда, те, которые необходимо подкормить. Вот это таким образом. Цифры я не называю специально, потому что есть разные грунты, вот, разные съемы урожая. И вот в конце этого ролика есть ссылка на видеоролик, где я рассказываю, какие удобрения, в каком количестве вот, необходимо вносить при таких подкормках. Думаю, что понятно. По крайней мере, что тут может непонятного быть, да? Есть один куст винограда, есть другой куст винограда, между ними площадь какая-то, вот. И разбросали ваши удобрения, хорошо перекопали на глубину, так, чтобы оно достало именно корней винограда. Если вот делают такие виноградники, а тут есть забетонированные, или есть лужайки такие делают это самое. Ну, там я не знаю как. Если бетон, значит, плиту надо снимать, наверное, эту бетонную, и вносить удобрения. Вот. Чтобы именно по площади. Потому что весь съем урожая, его величина урожая, величина ягод, гроздей, вот, все зависит от площади питания. И какое там будет питание. Будет питание, будут крупные грозди, крупные ягоды, и будут их много. А не будет питания, значит, и урожая не то, что не будет. Будет, но маленький и плохой. На этом все. До свидания, всем хороших урожаев. И до встречи в следующих видео. Пишите ваши вопросы.